Уважаемые зрители, вот уже долгий период времени мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. Эти люди внесли огромный вклад в развитие нашей страны и наше культурное наследие. Ежедневно мы получаем печальные сообщения. И вынуждены констатировать, что уходит много знаменитых личностей. Мы благодарны каждому из вас за слова поддержки и соболезнования. В это непростое время это как никогда важно. На 33-м году жизни погиб бывший политзаключенный Кремля Афанасьев Геннадий Сергеевич. Был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев сначала признал свою вину и заключил сделку со следствием, однако в суде отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину. Президент РФ Владимир Путин помиловал их в связи с состоянием здоровья.